и электрика. Вот она подумала, что я жековский электрик, что наклейка тут моя. Наклейки уже, наверное, лет 5. Висит красиво еще. Здравствуйте. О, здравствуйте, я думала, что это сестра. Смотрите здесь, она сейчас должна прийти. Пятая квартира. Пятая, да. У нас, да, у нас замыкание все время. Ага. Поняли? Сейчас у вас света нету? Свет есть. Ну. Он мигает. Один раз он вчера мигнул, вчера было воскресенье. Мы полдня сидели без ничего. Я понял. Поняли? Угу. А ну, а потом к нам спустился с пятого этажа сосед, он пошевелил. Провода, да? Провода. Вот здесь на щитке. Она пришла. Ну ладно. Хорошо. Так, а есть у вас тут провод? Ну, как-то определиться. Видно, что меняли проводку. А, ну, наверное, это там и есть. Ага. Да. Красный провод, вот он. Получается красный, а тут синий. Это ихние автоматы, первая квартира оттуда. А вы знаете, где ваши автоматы? Что? Вы знаете, где ваши автоматы? Что это значит, автоматы? Ну, вот эти, которые щелкают, выключаются в подъезде. Откуда я знаю? Понятно. Ну, вы даете. А ну, включите, включите свет тут в коридоре, я попробую. Ну, мастер, елки-палки. Сейчас. Да. Погасло? Да. Ага. Значит, это ваше. Сейчас сделаем. Дайте мне табуретку, пожалуйста. Табуретку. Есть какая-то? Так пойдет, мне чтобы туда шлем положить. Вот такой интересный. Интернет, что ли? Ну, такой какой-то. Не оптика точно. Слишком-легко он гнется. Уж слишком. Я не буду, я на нее не буду становиться, мне сумку поставить туда. Так это ну, тебя не... Хорошо. Ну не сумку, а инструмент, вот этот, шлем, короче, свой. Так, сейчас. Вот это оно. Ну. Диафрагма, как я предполагаю, а предполагаю, я так. Да, я вас слушаю. Я проверяю, свет появился или нет. А это мы как раз из
телефон не дотронусь. Так. Не нужно. Ни Бакаревов, нихуя. Так, тут три провода. Получается, и меняли кабель в одной полости. Здравствуйте. Ну что там, сильная большая? Ну, не сильная, но это, но сделать надо. Сейчас сделаем. Хорошо, вам зайдет. Ага. Ну ты что ты, блин? Иди мы под коррупцией. Блять, не подскажи, что у них шарманы. Куда она тут делает? Ёперный ряд. А вот они. Лежат, молчат. Ваша? Вот эти два. Два отключают, да? Да. Если что. Крайние вот эти. Ага. Как должно быть, вот от первой квартиры и пошло вот так. Ага. Ваша, потом соседская, и потом вот это, скорее всего, и последняя. Вот пришел вчера у нас тут. Вот этот. Так, не лезьте руками сюда лучше. Ага. Там оно отходило вот тут на нулевой шине. А он там отгорело. Пошевелил, и оно заработало. Ну, то. А дотронулся провод, поработал чуть, потом опять пошел. Да, пошло. Потом опять начал работать. Так, еще чуть-чуть. Так, это есть.
Тебе надо какую-то плоскую твердку нормально. Не знаю, это нормально или нет. Наведу петлей. Так оно будет получше. Слава богу, так кабель толстый. А ну проверьте все везде, чтобы работало. Ну, холодильник работает. Вы сначала проверьте, чтобы тут... Вам проводку меняли когда-то, да, на новую? Да, у нас в квартире новая проводка. Полностью, здесь да, ну? Не знаю, что. А, вот там, там одна часть, ну, один провод какой-то алюминиевый подходит, но он, походу, наверное, не рабочий. Я так понимаю, вам отключили старый полностью, да? Наверное. А вот тут три провода медных. Сейчас, секунду. Стой, ну, с комплектующим 300 гривен. Валя, 300. Ну, 50 гривен нулевая сумма, 250 гривен минимальная работа у меня. Сколько? 250 минимум. И плюс... 250. И запчасть плюс еще. Это еще по возрасту для пенсионера. Обычно я 600 беру где-то за такое. А куда меньше? Да. Пришел. Сейчас, подожди, я знаю его. Запрячу. Что-то это даже недорого. Я, у меня бывали вызовы, я брал по 1500, по 2000, а вам... Это еще... дорого. Ну, понятно. Только наша жизнь ничего не стоит. Ну, да. Ну, спасибо, что приехали. Пожалуйста, до свидания. Может, как можно меньше жить, у них это дорого. Даже не знаешь. За десятку лишу.
Так. Ну что. Честно говоря, за текушку не работаю. Мне интересно это. Так и текушка сейчас стоит, наверное, гривен 100. Табуретку забыли. Да, это я. То мы, я вам табуретку отдал. Да, все, до свидания. Опа. Так, ну что, на следующий объект.